По данным на 22 июля, лечение от коронавирусной инфекции получают 272 человека. С учетом 4 выздоровевших, это плюс 34 человека к статистике предыдущего дня. На лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 254 человека. Еще у 18 пациентов диагноз заболевания COVID-19 был подтвержден результатами исследований методом иммуноферментного анализа. Всего в настоящее время лечение получают 272 человека. Из них в стационаре 66, амбулаторно 206. На учете в управлении Роспотребнадзора состоят 607 человек, близко контактировавших с заболевшими. Нагрузка на медиков возросла кратно, как в стационаре, так и в поликлиниках, обслуживающих амбулаторных больных. Вице-губернатор Андрей Блащинский 22 июля посетил ковидное отделение Ненецкой окружной больницы, пообщался с медперсоналом и поблагодарил врачей и медсестер за их такой нелегкий труд и терпение. На сегодняшний день вы наша группа десанта, которой можно применить только одни слова «никто, кроме вас». Это действительно так. Третья волна пандемии коронавируса, отмечают медики, гораздо опаснее, чем предыдущие. Ковидный вирус ведет себя более агрессивно. Владимир Тихонов работал в красной зоне инфекционного отделения во вторую волну пандемии. Ему есть с чем сравнивать. Вирус сейчас какой-то по-другому людьми переносится. Вирус, можно сказать, утяжелился, потому что пациенты поступают более молодого возраста, более в тяжелом состоянии. Каждая смена медперсонала длится 24 часа. Большую часть этого времени врачи находятся в красной зоне с пациентами, оказывая им жизненно необходимую помощь. Самая большая наша проблема, когда вот нам не хватает мест для госпитализации. Вот эта проблема есть. И чтобы там ни говорили, приходится и кровати поднимать, да, и расставлять, и разложить. И не всегда у нас вот такая прям вот у нас вот так вот все хорошо и спокойно. Бывает, вот даже мы переживаем из-за того, что мы не можем нормально разместить наших пациентов, потому что мы же понимаем, они себя плохо чувствуют, да, вот им тяжело. Хочется, чтобы у них были вот условия какие-то вот максимально удобные. Но вот, к сожалению, не все мы сейчас можем им предоставить все такие условия. Народу много, палатах народу много. Но люди больные. В стационаре находиться тяжело. В отличие от двух предыдущих волн, третья значительно помолодела. Пожилые люди есть, но они не большинство. У нас есть люди уже, которые и помоложе, и вообще есть молодые люди, да? У нас тут где-то и дети немножечко прибаливают, может быть. Ну, к счастью, может, не так тяжело, как взрослые, но мы уже видим больше случаев заболевания и среди детей. В стационар окружной больницы пациенты поступают в среднетяжелом и тяжелом состоянии. Они настоятельно рекомендуют всем соблюдать все меры безопасности и пройти вакцинацию, чтобы облегчить жизнь не только себе, но и окружающим. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, телеканал «Север».